Я в охране природы работаю. Лилиеводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же, все так. Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять, за очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Я думаю, в завершении, ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят. Спасибо за внимание.